Здравствуйте! Эфир телеканала «СКАТ» продолжает новости СТВ. В студии Екатерина Алексеева. В Самаре определили предварительную дату начала отопительного сезона. Так, по данным городской администрации, тепло в дома могут начать подавать уже в 20-х числах сентября. Это возможно при условии значительного похолодания. Традиционно, в первую очередь, теплом обеспечат социальные учреждения. Стоит отметить, старт отопительного сезона всегда напрямую зависит от погоды. Согласно нормативу, если в течение 5 дней столбик термометра держится на отметке 8 градусов тепла и ниже. В Самарскую область доставили первую партию вакцины от гриппа. Это свыше 290 тысяч доз. Медики отмечают, для того, чтобы сформировать коллективный иммунитет, необходимо привить около 60% населения области. При этом, несмотря на то, что в регионе держится теплая погода, эпидпорог по ОРВИ уже превышен на 110%. Предотвратить тяжелое течение болезни можно только с помощью вакцинации, говорят эксперты. Когда лучше всего сделать прививку и кто в группе риска? Расскажем далее. Последние 2 года разговоры только о коронавирусе. А между тем не стоит забывать и про существование вируса гриппа, говорят медики. Впрочем, по итогам 2021-го в регионе было зафиксировано всего 5 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, а годом ранее и вовсе ни одного. Однако это не значит, что о гриппе можно забыть, скорее наоборот, отмечают эксперты. Если наступает некоторое, скажем так, затишье, то мы ожидаем более сильную волну. И вот здесь справиться мы сможем только вакцинацией. Только вакцинацией. Почему? Если, скажем так, вирус будет и войдет в среду невакцинированных людей, то мы однозначно грипп увидим. Ну и так не было в течение уже 2 лет, поэтому у нас волны всегда идут инфекции. Они поэтому сейчас очень необходимо привиться от гриппа. А наоборот, наверное, у людей сложилось такое мнение. Ты подумаешь, вот не было его там год-два, а потом... Нет, наоборот, именно сейчас мы должны предупредить вот эту вот волну, если справиться сможем только с помощью вакцинации. В России вакцинация от гриппа стартует в ближайшее время. В регион уже поступила первая партия вакцины. По словам медиков, сделать прививку лучше всего до наступления холодов. Нам в область пришла ультра из квадри 281 900 доз. Поэтому все наши учреждения морально и материально готовы к этому. Сейчас очень важный период, когда только на начальных этапах идет рост заболеваемости, и как раз вот есть возможность начинать формировать у себя иммунитет. По словам экспертов, если раньше в регионе всплеск заболеваемости ОРВИ наблюдался лишь с наступлением холодов в октябре-ноябре, то сегодня, несмотря на теплую погоду, эпидпорог по острым респираторным заболеваниям уже превышен. Эпидпорог среди совокупного, то есть всего населения, всех возрастных групп, был уже превышен на 110% над уровнем эпидемического порога. При этом преимущественно у нас страдают жители старшего возраста, то есть взрослые, старше 15 лет. И здесь эпидемический порог у нас за 34-ю неделю превышен более чем на 200%. Медики отмечают, чтобы предупредить тяжелое течение болезни, важно обязательно сделать прививку от гриппа. В первую очередь это касается тех, кто находится в группе риска. Это школьники, маленькие дети, работники сферы услуг, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины. Вакцина поступает от государства в рамках федеральной поставки. Она безопасная, отечественная, эффективная и позволяет нам бороться с тяжелыми проявлениями болезни, поскольку грипп, к сожалению, коварная инфекция, которая может у ослабленных людей, у детей, у пожилых людей вызывать тяжелые течения. При этом эксперты подчеркивают, для того, чтобы сработал коллективный иммунитет от гриппа, необходимо привить около 60% населения. А говоря о коронавирусной инфекции, важно, чтобы прививку сделали 80% всех жителей области. Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ.
регионе подтвердили еще 1579 случаев заболевания коронавирусом. Из них 108 пациентов госпитализировали. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области выявили 410 808 случаев COVID-19. Из них 387 629 человек полностью выздоровели. Выросло и число тех, кто так не смог справиться с опасной инфекцией. Жертвами ковида за все время наблюдения стали 7962 наших земляка, в том числе один человек, только за последние сутки. Огромные трещины, облетевшая штукатурка, тараканы и плесень. Жители 72-го дома по улице Аврора уже не первый год пытаются добиться решения всех этих проблем. Говорят, коммунальщики должным образом не выполняют своих обязанностей. При этом оплату за услуги берут исправно. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Дежурный по городу». Днем это место возле подвала пустует, говорят жильцы, но с наступлением темноты его заполняют тараканы, которые расползаются по всему дому. Добавляет мрачности состояние подъезда, разбитые лампочки или вовсе пустые патроны, а также трещины в стенах и поврежденные почтовые ящики. Обшарпанные стены, у нас грязно, у нас плесень. У нас тараканы. Очень осложняет, потому что дома проживают маленькие дети, не только у меня, которые ходят, трогают все эти стены. Буквально вчера у меня старший сын со своим другом пришли, увидели вот снаружи дома, где подвал, это тараканье. Он говорит, они полчища, они, говорит, сотнями там. То есть просто дети днем на улице вот это все наблюдают, антисанитарию. По словам жителей, дом находится в таком состоянии уже больше 3 лет. Говорят, даже уборку здесь проводят спустя рукава, а ремонт не делают вовсе. Люди жалуются также на работу лифта. Говорят, многоэтажки без него сложно, а не работает он часто. В попытках решить проблему жители обращались в управляющую компанию и в другие инстанции. Но это не помогло. Городская эксплуатационная компания. То есть вы обращались? Я к ним обращалась очень много раз, очень. Обращалась в ГЖИ. Все дают отписки. Причем в нашей управляющей компании есть аварийно-диспетчерская служба, которая некорректно работает. То есть они обязаны принимать заявки, если я звоню, например, там или другой житель. Они могут просто сказать, мы заявку принимать не будем, и бросают трубку. Люди негодуют, почему они оплачивают все коммунальные счета, но взамен получают некачественные услуги или не получают их вовсе. Поэтому они просят ответственные организации обратить на них внимание и навести порядок. Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ. Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Поделись своим знанием». Государственные и общественные деятели, ученые, лидеры бизнеса, представители сферы культуры и искусства, спортсмены и другие наставники вернулись в школу, чтобы провести уроки и поделиться знаниями. На одной из встреч побывала и наша съемочная группа. Подробнее расскажет Никита Галочкин. Ева Шишкина учится в 11 классе. Уже сейчас девушка определилась с будущей профессией. Она хочет стать врачом, чтобы спасать здоровье и жизни людей. Ева углубленно изучает биологию и химию. Помимо науки, девушку интересует и социальная сторона вопроса. Я хотела бы поступить в Самарский государственный медицинский университет на факультет стоматологии. Вопрос, есть ли у нас в Самарской области мероприятия, направленные на поддержку молодых врачей? Узнать ответ на этот и другие подобные вопросы дает возможность всероссийская акция «Поделись своим знанием». Благодаря этому школьники могут в формате урока встречи пообщаться с известными и значимыми людьми и узнать много нового и интересного. Так ученики 81-й школы в Самаре встретились с заместителем министра образования и науки региона Сергеем Бурцевым. По словам политика, такое общение полезно не только для самих учащихся, но и для властей. Мы себя позиционируем как абсолютно открытое ведомство, и мы всегда встречаемся с молодыми людьми. Вообще такой обмен очень важен и интересен не только, я думаю, для ребят, но и для нас, потому что крайне важно понимать, что интересует молодых ребят, потому что именно основываясь на их интересах, мы формируем государственную молодежную политику. Поэтому, конечно, такие встречи полезны не только для молодых ребят, которые могут узнать что-то интересное, может быть, благодаря этой встрече куда-то записаться или начать участвовать в каких-то мероприятиях, но и для нас,
потому что мы тоже узнаем очень много нового, и ребята тоже нас очень много учат. Участники встречи обсудили условия и возможности, которые созданы в Самарской области для молодежи, а также различные научные, социальные и культурные проекты. Третья всероссийская акция «Поделись своим знанием» проходит в рамках федерального просветительского марафона «Знания». Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ. Массовое ДТП с погибшими в Самарской области, задержание пьяного стрелка в Самаре и ЧП в парке развлечений в областной столице. Подробнее об этом в обзоре происшествий. Массовое ДТП с погибшими произошло в Самарской области. По предварительной информации, на трассе Самара-Богуруслан 45-летний водитель грузовика «Скания» нарушил правила расположения машины на проезжей части. Из-за этого большегруз столкнулся с «Датсун Ундо», который двигался по встречной полосе. Затем фура врезалась в «Тойота Ленд Крузер», который также ехал по встречке, сообщили в областном главке. В результате аварии погибли два человека – 52-летний водитель «Тойота» и его 19-летняя пассажирка. А 45-летнего водителя грузовика отправили в больницу. В Самаре мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Это случилось возле дома номер 22А по улице Гастелло. Там задержали 28-летнего мужчину по подозрению в преступлении с применением травматического оружия. Пытаясь скрыться на БМВ, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, повредил патрульный автомобиль, рассказали в ведомстве. У хулигана изъяли травматический пистолет, а его транспортное средство поместили на спецстоянку. В отношении нарушителя составили административный материал. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Нештатная ситуация произошла в парке Гагарина в Самаре. Там остановился аттракцион с людьми. В результате посетители повисли на высоте на несколько минут. В связи с аномально жаркой погодой и большой загруженностью аттракциона в парке сработала защита от перегрева, пояснили в администрации. Электрическое питание было восстановлено в течение 10 минут. В Самаре ограничили движение в районе стадиона «Солидарность» Самара-Арена. Причиной стало проведение соревнований по велоспорту. Дорогу перекрыли на улице Арены 2018 от проезда номер 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин хутор, а также по проезду номер 2 и по улице Дальней от улицы Арены 2018 на участке протяженностью в 500 метров. В субботу там нельзя будет проехать с 8 утра до 16 часов, а в воскресенье с 8 утра до полудня. У меня же на этом все. Далее прогноз погоды, интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimanski.ru. Читайте наши новости в телеграм-канале. На вашем экране QR-код. Сканируйте его камеры приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи.